А я жила в таком месте, еще в карантинной зоне. Вон еще. Везде эти плакаты. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Он ее прям выпотрошил? Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Холодно. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? 50. У тебя 25 банок тупорки. 24, одно я уже съел. Откуда у тебя 24 тупорки? Старого военного солодина. Ты на него срывал, на кровь. Ну, Тухло, когда откроешь? Что? Так, я тоже закрыл. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от шелкуна. Я подумал. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушить. Только прекрати фигнёй страдать. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. Чего им тухнуть? Тихо! Тихо, братан! Успокойся! Боку! Чего задумал? А ну, пусти! Чёрки! Из чего они по нам валят? Ну, да что ты на их пулеметной башне? Прикни! Нет, за помощь! Чуть не сдохла! Oh!
кажется, оторвались. Черт. Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе. Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, идите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, тоже шире Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Порядок. Круто. –
Элли, тут твои любимые комиксы. Стоп, стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, прикрывай. Ладно. Сэм, а где остальные? Останься с ней. Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Поищу тут. Пусти мне. Где ты прячешься, гнида? Где этот гад? Помоги!
Получилось. Неплохо, старик. Задрот вонючий. Так, лезь на этот грузовик. Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. Ты откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? Мне тоже. Тебе 14? Почти. Ладно. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты, тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот, смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью... Почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гусей вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Да. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад.
Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Сюда. Давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Слышь, Щелкун! Слышу, только не вижу! Есть! На себя готовенького! Видала? Недурно! Держи его! Вон он там! Вижу.
пожалуйста, будь умницей. Выдыхай. Красота. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Понял. Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Есть. Ну, пошли. Ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт! Быстро, быстро. Держи. Его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли. Ты что, охренел? Сейчас. Я с тобой. Давай без глупостей! Черт.
же ты гаденыш! Слава Богу. Давай ползком. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Артура! Генри! Он очнулся! Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри! Да, слушай! Эй! Спокойно, Сэм. Ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет. Я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас! Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку.
Вон там корабль. Может, заглянем? Осторожней там! Да, я его вижу. Ух ты! Что? Впервые на корабле. А если бы он еще на воде был? Ну, хоть что-то. Тут не пройти. Я уж думала, ты его пристрелишь. Чуть не пристрелил. Нормальные ребята. Даже хорошо, что они идут с нами. Да, ты права. Раньше у всех были корабли? Да, у меня личная яхта. Правда? Нет. А, сарказм? Элли! Уже прогресс. Мы тут кое-что нашли. Посмотрим, что там. Наверняка сквозной туннель. Давай вместе. Вместе. Давай! За дело. Лезьте, пока держим! Так, держу! Теперь ты... Ага. Вырубаем фонари. Сэм, не ходи. Знаю. Наконец-то усвоил. Шикарно. Джоэл, давай глянем, что там. А мы тогда что-то... Я заползу и открою дверь. Здоровенная крыса. Ах.
Думаешь, они с нами дойдут до Томми? Я не знаю. Как говорится, поживем, увидим. Можно тут вылезти? Нет, туда не доберешься. О, нас уже двое. Ну, Джоэл, как будем переправляться? Сейчас придумаем. Эй, тут какой-то механизм. Вдруг он еще работает? Попробуй. Ага. Работает. Я сплаваю туда. Глядите в оба.